Привет-привет. Сегодня снимала только на Чумона, повесть о Чумоне, реакции, поэтому особо каких-то новых реакций не снимала, но мне тут заказали только что пришло сообщение. Господи, сейчас вот свернуть это как-нибудь, чтобы увидеть это сообщение. Так, где оно? Так, сообщение только что поступило. У Альфы вышла новая песня. Вот. Давайте посмотрим, что за песня. Salisbury All Mine написано. Так что сейчас мы найдем эту песню, я надеюсь. Ставить. Ок. Speed up. Официал аудио. Ну, давайте тут с официального сайта. Собственно, я так понимаю, это лирика. Лирикс написано. То бишь не сама, не клип какой-то, не сама песня, хотел сказать. Не клип, а просто песня. Погнали? Salisbury All Mine. Раз, два. Подождите. Все затупило. Как я люблю. Все, как я люблю. Начала нажимать, и, к сожалению, там все улетело. Очень прекрасно. Все, вот это мы удаляем. Подождите. Где это удалять? Вот это вот найти, пожалуйста. Попутно 66-я серия монтируется Чумона. Вот, погнали. Раз, два, три. Да, это так, кстати, песня, когда они там по улочке идут. А я ожидала, что будет видео. Ну, ладно, ждем. Конечно же, клип. Немножко разочарована тем, что это не клип, что это лирики версия. Может, я, конечно, чего-нибудь не знаю. Может быть, все-таки есть клип.
Сейчас посмотрим быстренько. Краем глаза. Глянем. Краем глаза. Скачалась альфа. Уже скачалась, прикиньте, как быстро. Так. Нет, нету. Нет. Только та последняя и вы 4 месяца. 3 месяца тогда. Вот. Печально, конечно. Очень меня печалит этот факт. Но я жду. Вот, ребят, в любом случае, если нарезка в ТикТоке была, когда они там по трассе шли, можно сказать, трассе, не трассе, просто шли по дороге. По дороге, вот, не по улице, по дороге. Вот, поэтому давайте подождем. Может быть, ребята что-то выпустят все-таки для нас. Я имею в виду посмотреть на их милые мордашки. А вот такая вот история. Уже 66-я почти закончилась серия закачивания, я имею в виду. 65-ю серию я уже выложила. Вот. Ну, ждем. Ждем, когда ребятки выложат. Прям ждем. Ну, обожаю их голоса, обожаю их песни. Не знаю, пока еще ни одной плохой песни ребят не выпустили, поэтому прям ждем. Всем пока.